Приветствую, друзья! Еще раз поздравляю и с Новым годом, и с Рождеством, и всем желаю, и каждому желаю здоровья, счастья. Но в быту много причин для радости. И делается это достаточно просто. Если подписаться на мой YouTube-канал и на Telegram, и на Instagram, а в Телеграме там идет такое шикарное взаимодействие, чисто человеческая любовь, она вечная, друзья. Это очень интересно, потому что там у нас столько положительного происходит в интернете. Вот, например, смотрите в Телеграм, подпишитесь, и там вы увидите, как стать более стройным, сбросить лишний вес или набрать нехватающий вес. И там много о чем сказано, и поэтому, ну, посмотрите, это так важно и так интересно, и я сейчас хочу что сделать? Я хочу, чтобы в нашей стране люди освободились от всяких манипуляций, которые идут все время по телевидению. Есть там хорошие вещи по телевидению и негативные, которые люди воспринимают, как многие привыкли, как от авторитета, так без всякой критики, без здравого смысла. А я хочу в следующем ролике как раз таки сказать, как открыть разум, воспринимать большие потоки информации критично. Критично и ориентированно, что и является одним из признаков психиатрии, признаком психического здоровья. Чтобы нами меньше манипулировали, чтобы вот я стану как не декабрист, а как этот самый сейчас у нас месяц-другой, ну смешно, правда? Ну как декабрист, и так, чтобы посмотрим после этого, как получится улучшение жизни у людей у нас в стране и на планете. Потому что от каждого зависит сегодня. На самом деле, вот там часто в интернете пишут «начни с себя». Да, ну это правильно, начни с себя. Первое, научись управлять напряжением стресса. Научись переводить этот стресс на решение ранее нерешаемых тобой вопросов, любых. А сам процесс подбора действий, синхронных текущему состоянию в моменте, что мы даем в психогимнастике по методу ключей, который у нас в учебнике физкультуры для 10-11 классов профессора Матвеева, где надо добавлять свои собственные приемы, которые синхронны вашему состоянию в текущем моменте. А сам процесс перебора этих приемов снимает лишнее напряжение и не позволяет вам зависать в проблеме, а выходить из нее, смотреть на себя со стороны и на ситуацию, и видеть все в разумном свете. Я часто говорю в своих роликах о том, что любовь, все окрашивает в божественном свете. И если вам плохо засыпается, вспомните первую любовь, потом ожидание любви так же важно, как сама любовь, и освобождение от любви. О, глоток свободы, это тоже важно. Короче говоря, жизнь человека имеет смысл, когда у вас есть любовь. Ну, любовь, например, к человеку, к любимому делу. Больше вспоминайте свои любимые дела и имитируйте эти любимые дела. Например, вы любите ходить на рыбалку, а вам сейчас некуда пойти. Закройте дверь и 5 минут побудьте самим собой. Представьте себе, что вы достаете со шкафа свой спиннинг, да, закидываете в воду свою удочку и ждете, сидите у речки, там, у пруда, у моря.
и когда начинает клевать и потянет леску, вы начинаете дергать. Но все эти действия сделайте имитационно. Это называется ключ-игра к себе, путь к себе. Ну, вы делаете все эти движения как бы в реальном времени. А спиннинг вам не нужен, вы просто его имитируете. И вы заметите, друзья, что когда вы имитируете те действия, которые вы делаете в любимом деле, имитация, ну, как актер, но делаете их в реальном масштабе времени, за закрытыми дверями, да, чтобы не подумали, что вы тю-тю. Это такое прекрасное упражнение, после этого наступает такое благоденствие, так легко на душе, и такая трезвость ума, такое ясное сознание, и вы начинаете понимать, что и как надо делать в жизни. Да, и будете счастливы, и вы будете находить много причин для радости, вопреки всем обстоятельствам. Я вам желаю здоровья, любви. Смысл в жизни, оно в любимом деле. Когда вы занимаетесь любимым делом, а их должно быть много. Это точки опоры. До встречи, друзья.